Еще в детстве все окружающие видели Валентине Павловне педагога. После школы она легко поступила в Красноярский педагогический университет. Все экзамены сдала на отлично и спустя 5 лет закончила геолого-географический факультет. 3 года по распределению проработала в Новокамалинской средней школе. И молодого специалиста уже тогда готовили к роли завуча. Но переезд заставил сменить место работы. И завучем она стала в другой, железнодорожной школе. Этой работе Валентина Павловна посвятит 10 лет. Далее в ее послужном списке еще несколько учебных заведений, коллективы которых она возглавляла. В 1982 году в связи с переводом мужа на другое место работы семья Валентины Павловны переезжает в Канск. Сама же она получила назначение на должность директора школы номер 17. Работала директором школы номер 17, директором школы номер 7, гимназия 1. И с 1995 года она работала специалистом в управлении образования, отвечая за самый важный ответственный участок – это работа с общеобразовательными организациями. У нас в памяти, у нас у руководителей образовательных организаций, с кем работала Валентина Павловна, она останется в памяти как чуткий, добрый человек, которая согревала своим теплом и вдохновляла на решение самых сложных и трудных задач. В Канском образовании она получила признание как активная творческая личность, как руководитель, способный решать сложные задачи, отстаивать свое мнение, видеть перспективу дальнейшего развития образовательного учреждения. В последние годы Валентина Павловна находилась на заслуженном отдыхе, почти полностью уделяя время семье, но также активно вела работу в составе педагогического совета ветеранов. Прощание с ней состоится 15 ноября в зале прощания по адресу Владимирская, 3, с 14 до 15 часов.